Комический куплет. Стоп. Неужели вы думаете, что можно слушать комические куплеты вот с таким вот уныло-постным лицом? Я вас очень прошу, выйдите вместе с ним в сад. С кем, сэр? С лицом. Да, но оно хотело бы дослушать до конца. В сад. Я не понимаю. Итак, дорогие мои, что такое мужчины? Что такое женщина? Женщина для нас – это окружающая среда. Как сказал классик, ты, женщина, должна раз лежать и два тихо. Я сейчас уйду со сцены, будешь так сидеть. Что такое с тобой? Что такое? Все смеются, все хохочут, а ты стоишь, а ты один сидишь. Что ты смотришь на меня? Я сейчас уйду. Тебе нельзя ходить в зал. Не нужно ходить на концерты. Ну, юмор это природное. Да? Если ты хочешь, чтобы хамство у меня было, ты не дождешься хамства. Это природа от папы с мамой. Ты что, сирота? Ну, мы идем без себя. Ты пока соображай, не врубился, да? Ну, бывает. Один врубился, другой нет. Сиди, слушай, пока все хохочут. Итак, мои родные, меня останавливает ГАИ. Почему с дальним светом? А у нас сейчас не ГАИ, а сейчас это называется ГБДБ. Ну, у них от перемены названия суммы не меняется. Сиди, сиди, вот так и сиди, как ты сидишь. Да, так меня остановит ГАИ, говорит, почему с дальним светом? Я говорю, сейчас надену ближние очки. Все, я ушел, пусть он вас смешит. Вот он пускай смешит. Сидит, смотрит, слышит, видит и не понимает ничего. И второй там один такой, я тебя заметил. Ты что, не слышит, ты все хохочет, все получают удовольствие, и тут сидит, смотрит в упор на меня, ну, не моргает. Ты нам испортил весь вечер. Цаца к нам пришла. К нам пришла большая цаца. И та цаца. Две цацы у нас сегодня. Угробил нас. Ты что, нарочно сдерживаешься? Может, что-то с желудком? Есть рецепт. Вы пробовали когда-нибудь принять одновременно слабительное и снотворное? Очень интересный эффект получается. Я ухожу, все. Я сейчас уйду. Клинический случай. К врачу. Обязательно к врачу. Может, у тебя дикая форма страшного отупения? К врачу, кстати. Один приходит к врачу и говорит, доктор, сейчас такие болезни, не надо исследоваться. Он его исследовал, говорит, у вас СПИД. Он говорит, вы с ума сошли, доктор, 68 лет, откуда? Я вам говорю, что у вас СПИД. Доктор, что мне делать? У вас один выход. Езжайте в Одессу, там есть лиман, лечебные грязи. Вы намажетесь, и уже помогает? Нет, будете привыкать к земле. Я ушел. Ну ты посмотри, а, и это то же самое. И молодежь там сидит отмороженная. Кто их сюда пустил? У меня тонкий юмор. У меня пролог и пилог, миниатюру. Ты до пролога доходил когда-нибудь? Все, на мотоцикл и к матери, попса несчастная. Тебя Костя рассмешит там. Знаешь, это вот, его читал человек, который смеется? Вот такой будешь у Кости. И детей понаволокли сюда. Что вы понаволокли детей? Что это вам, колхоз здесь, кибуц? Что вы понаволокли сюда? Побросали бы их дома. Я читаю грустный монолог. Грустный, а матери? Этот придурок 12 лет сидит, хохочет в самых грустных местах. Объясните ему, что он тупой. Ребенок, но тупой. Звезда к вам приехала, талант. Хохочи. Нравится, не нравится. Хохочи. Если я на тебя... Я всех побросал и смотрю только на тебя. В глаза твои куриные. Очи твои поросячие. А ты куда смотришь? Я же здесь. А, он косой. И ножки у тебя тоненькие. Нечем за почву цепляться. Ты что, только из больницы? Иди ложись обратно к ним. Звезда приехала. Тебе же потом стыдно будет. Ты на том свете не вспомнишь, как ты нас всех подвел сегодня. Я выступал недавно в Тамбове. Сидела женщина, она так хохотала, она замочила мундир офицеру, весь мундир замочила, она так хохотала, такое чувство юмора. Один у меня загнулся просто в 84-м году, он кричал, ой, не могу, ну думали, что смеха, это был инфаркт просто, скончался все. Да я справедливый, не злой, я справедливый, пришел, сиди хохочи.
Не хочешь, как это, иди отсюда, пока ноги тянешь. Заплатил, работай со мной вместе. Деньги тебе вернуть. От паразит. Я тебе сейчас верну. Я сейчас тебе верну. Я верну сейчас тебе, чтобы ты больше никогда сюда не ходил. Я тебе верну. Пришел сюда и требует, чтобы сидел. Я тебе сейчас верну. Я ему сейчас дам деньги. Пусть он найдется. Он нам всем мешает. Он нам все испортит. Я тебе сейчас дам. Я тебе сейчас сколько тебе дать? Я тебе нашими дам. Приедешь в Москву, будешь хохотать там сутками. На эти деньги. Как мы там хохочем. Передайте ему, передайте сейчас, я ему сейчас, передай. А, кстати, меня останавливает ГАИ. Вы знак видели? Я говорю, сейчас надену дальние очки. Он говорит, а вы в каких? Я говорю, я в ближних. Он говорит, а когда вы дальние надеваете? Я говорю, когда далеко еду. Он говорит, вы скорость превысите. Я говорю, сейчас надену ближние очки. Он говорит, так, давайте сюда очки и права. Я говорю, вам все права? Он говорит, а что, у вас несколько? Я говорю, да, ближний и дальний. Я ушел, все, он вас будет смешить. Я не могу смотреть на него. Ну сколько можешь ты сидеть? Ты что, специально, нарочно, да? Кстати, ГАИ, она или оно? Она, оно. Идет ГАИ по улице, ему на голову мусорное ведро выбрасывает. Говорит, а если бы кто-то шел? Головой об стенку, харкаю кровью уже полтора часа. Кстати, недавно еду в Тамбов через Германию. Входит фрау. Я помогаю ей поднять чемоданчик наверх. Она говорит, «Danke schön, sprechen Sie Deutsch?» Я говорю, «No, I don't understand». Она говорит, «Do you speak English?» Я говорю, «Нет». Улыбнулся, видал? Только сейчас.